Вторая эра восхождения биткоина. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». В сегодняшнем видео поговорим о биткоине и также проведем розыгрыш одной из хороших книг по инвестированию. Тоже сделаем мини-обзорчик, что за книгу и почему мы разыграем в этот раз в нашем конкурсе прогнозов. Итак, поговорим про биткоин. Почему он так привлек внимание в апреле 2019 года? Причина простая. Это 2 апреля, когда биткоин вырос на 20% за один день. В начале дня он был 4000 с небольшим, в конце дня он был уже по 5000. При этом после этого он однодневно, как в предыдущих ситуациях, когда биткоин... Вырос. Да, однодневно после этого не упал. Ранее посмотрите, вот в феврале рост после этого падения, потом здесь рост, и на следующий день падение. То есть не последовало быстрого падения после такого быстрого роста, как это иногда бывает. Ну, возникает вопрос: если биткоин уже неделю, как после роста, не просто прожил, пережил без падения, а еще и подрос? Сейчас он уже больше чем 5100, не начинается ли вторая эра восхождения биткоина, если за первое мы с вами считаем 2015-2017 год, когда биткоин сначала стоил в районе 200 долларов, а потом вырос на бике до 5000 долларов за один биткоин. Давайте поговорим о том, что происходило за последние пару лет с биткоином. Итак, 2017 год такой резкий взлет, надувание пузыря и после этого очень сильное быстрое падение. При этом одно время казалось, что дном по биткоину является примерно 6 тысяч долларов за биткоин. Ну, примерно 5 800, 5 900, 6 тысяч. Почему? Потому что в 2018 году, когда началось вот это сильное падение, биткоин в феврале падал до 6 тысяч, отскакивал на 11. Потом еще раз падал в район 6, отскакивал на 10. Еще раз падал на 6, отскакивал на 8. То есть несколько раз биткоин отскакивал от 6. Ну и возникал вопрос, а нет ли такого, что как бы, какие-то крупные инвесторы с большими деньгами в районе 6 тысяч за биткоин откупают его, да, такими кусочками, кусочками, кусочками и не дают его продавить вниз, а если они откупают на этих значениях, значит, вполне возможно, дальше нас ждет ралли, потому что те, кто закупаются крупными суммами, чаще всего как раз и а, тем самым а, задают начало какого-то ралли, в том числе, может быть, по биткоину. Однако в ноябре 2018 года биткоин ушел ниже 6 тысяч, то есть был пробит вот этот вот пол, в декабре биткоин стоил уже по 3000, и вот выше 3000 за биткоин он удержался. Вот такая вот получилась картинка. Что мы с вами можем сказать по этой картинке, какие можем сделать выводы? Ну, во-первых, в 2018 году несколько раз биткоин показывал рост на десятки процентов. После этого падал еще дальше и сильнее, еще глубже. Поэтому текущий вот этот рост, который прошел за последнюю неделю, да, мы встретили, например, 1 апреля с 4200, сейчас 5100. Раньше, в 2018 году, были такие случаи, когда был такой же рост, и после этого рост сменялся падением. Поэтому пока что говорить о том, что биткоин начал действительно какой-то восходящий тренд, может быть рановато. Нужно следить за развитием событий. Понятно, что биткоин, как он это делал, Последние, в последние месяцы не упал сразу после этого роста. Это сигнал несколько обнадеживающий для поклонников биткоина, но нужно посмотреть за поведением в биткоина, биткоина в последующие 1-2 месяца. Именно они, наверное, определят исход ситуации. Мы видели, в апреле был отскок, но уже в мае он закончился. То есть у биткоина давно не было такого момента, чтобы биткоин 2-3 месяца подряд рос. Были моменты, когда он 2-3 месяца подряд, он, например, сентябрь, октябрь, стоял на месте. Были месяцы, когда он 2-3 месяца подряд падал, да, но вот такого, чтобы он рос в течение нескольких недель и после этого не переходил быстренько к падению, такого еще не было. Поэтому для того, чтобы сказать, что действительно биткоин начинает какую-то восходящую фазу, нужно дождаться, когда будет 2-3 месяца такого роста, ну и дальше уже посмотреть по ситуации. Пока что это не особо чем-то отличается на какие-то предыдущие отскоки. В то же время есть несколько теорий, связанных с биткоином, которые тоже хочется непременно обсудить. Это сравнение биткоина с другими пузырями. Ну, я думаю, мы с вами согласимся, что биткоин в 2017 году, вот этот взлет, когда он стоил то 2000, в середине 2017 года, в конце года стоил 20, взлет за полгода в 10 раз, и последующее шквальное обвальное падение можно назвать пузырем. Так вот, сравнение с похожими пузырями. И по по сравнению с похожими пузырями, можно сказать, что по сравнению с большинством предыдущих пузырей, биткоин вот это падение, вот эту цель по падению, по сдутию пузыря выполнил. При этом, если сравнить с некоторыми другими пузырями, то ситуация будет разная. В частности, есть примеры пузырей, которые сдулись полностью и потом там не, не было возврата назад, да, не было возврата наверх. А, ну, здесь, например, на Блумберге можно а, найти а, примеры, связанные с японским индексом Никей, который достиг своего пика, после этого обвалился, все думали, что вот, наверное, до пройдено, а после этого он так и не восстановился каким-то Преды, предыдущим максимумом. Однако, если посмотреть на, например, индекс NASDAQ, индекс американского рынка, то можно увидеть, что был, да, тот самый крах доткомов, который, разумеется, в первую очередь ударил по индексу NASDAQ, это же технологические компании, да, и индекс падал в несколько раз. И вообще, в принципе, 2-3 года там был такой медвежий рынок, когда в начале нулевых американский рынок падал, и NASDAQ падал громче и быстрее всех. Однако потом NASDAQ вернулся к тем же самым максимумам, обновил их, то есть потом, как мы видим, там нулевые годы, десятые годы и вот сейчас текущая ситуация, американский рынок находится на максимумах всех времен. То есть, в принципе, ситуация, когда какой-то пузырь сдувался, но после этого начинался уже такой более разумный, осознанный, может быть, более неторопливый рост, они бывали, и можно сравнить биткоин, например, с индексом NASDAQ. Но, повторюсь, по-разному, то есть пузыри похожи тем, что они надуваются и быстро сдуваются, но дальнейшая судьба очень разная. У японских акций одна судьба, у американских акций была другая судьба. Повторит ли биткоин судьбу американских индексов, которые потом восстановились и ушли выше, или японских, которые сдулись и долгое время так и не смогли куда-то восстановиться, мы посмотрим по ситуации. Ну и еще одна теория, тоже весьма интересная, еще один аргумент, связан с тем, что биткоин сам по себе может претендовать на роль определенного рода страховочного актива. Говоря более конкретно, можем сравнить с вами биткоин, ну, например, золото. Вот американские рынки выросли за последние несколько лет, за последние десятилетия примерно в 4 раза, если мы говорим про индекс S&P. Если мы с вами поговорим про золото, то золото во времена предыдущих кризисов росло, золото растет в цене в какие-то такие времена нестабильности. И чем золото хорошо? Тем, что оно, по сути, вечно, оно ограничено, да, оно добывается, но понятно, что в целом там темпы добычи весьма небольшие, добыча весьма дорогая, поэтому золото пред имеет определенную устойчивость. Биткоин сам по себе ограничен в эмиссии. Есть даже определенное максимальное количество биткоинов, которые могут существовать в системе. Биткоин да, фиксирует право собственности, он не сильно зависит от рынка ценных бумаг. Там определенная зависимость есть, потому что есть ценные бумаги, связанные с биткоином. Но вот именно, скажем, там курс биткоина с графиком акций Apple да, не коррелирует, они особо никак не связаны. И поэтому биткоин может быть станет, а может быть и не станет, какой-то страховочной такой валютой, страховочным активом будущего. Здесь возможны разные ситуации, но стоит присматриваться к скачкам биткоина особенно к ситуациям когда резко растут объемы Торгов и когда кто-то активно закупается биткоинами, скорее всего, это какие-то крупные фонды, крупные деньги. И может быть они начинают использовать биткоин вместо золота. Вот если биткоин заменит золото, тогда, конечно, он, оно там золото в цене расти особо не будет. А вот биткоин может быть вполне обновит свои максимумы и уйдет намного выше пиков 2017 года. В целом, биткоин по-прежнему выглядит как своего рода венчурная инвестиция. То есть, здесь есть определенные шансы на успех. Они скорее небольшие, то есть биткоин сам по себе не стоит, да, ничего, за ним ничего не стоит из реальных активов. Однако здесь есть определенная интересная идея, которая может стоять за биткоином и, может быть, выстрелит. При этом фишка в том, что в худшей ситуации вы потеряете там 100% вложенных средств, если вдруг биткоин упадет в ноль. Может быть, вы потеряете 20, 30, 10, да, ну, то есть до 100%. Но вот в случае роста биткоин, если идея все-таки реализуется, может вырасти в 2, в 3, в 4, в 5, в 10, а может быть даже и в в 50 раз. Это такая классификация характеристика венчурной такой вот инвестиции. Инвестировать ли деньги в биткоин на ваше усмотрение? Риски здесь абсолютно огромные. У меня на данный момент нет позиции по биткоинам, но вот присматриваюсь и, кто знает, может быть в качестве интереса попробую биткоин как инвестицию или какой-то актив, связанный с биткоином, либо другую криптовалюту, либо, может быть, какие-то биржевые ценные бумаги, связанные с криптовалютами, которые тоже на биржах за последние годы появились. Словом, посмотрим за развитием событий подведем итоги да вот резюме такое рано еще говорить что биткоин начал вторую такую эру восхождения потому что сейчас вот этот отскок наверх он конечно не похож на прошлые попытки которые сразу да, за которыми сразу последовало последовал быстрое падение. Да. Значит, но пока что особой разницы с 2018 годом. Не видно. В 2018 году были такие вот периоды, когда биткоин рос 2-3-4 недели, но потом было все равно падение. Поэтому нужно посмотреть, удержится ли биткоин в восходящем тренде. Последующее время. Ну, первые цели роста здесь, возможно, около 6 тысяч долларов. А вот дальше вопрос, удержит ли биткоин этот восходящий тренд 2-3 месяца, сможет ли он вернуться выше 6 тысяч долларов, где он не был с момента, когда он обвально упал в ноябре-декабре 2018 года. Будем следить за развитием событий. Ну и, конечно, мы с вами должны объявить конкурс прогнозов, розыгрыш призов. Сейчас у нас с вами апрель 2019 года. Ну и для интереса давайте попробуем определить цену биткоина по состоянию на 1 августа 2019 года. Итак, стоимость биткоина на 1 августа, давайте на полдень по московскому времени 1 августа 2019 года, какая она будет, вот мы с вами и, соответственно, кто лучше спрогнозирует, тот получит приз. Ну, стоимость на Coinbase, давайте вот для, для так скажем, точной фиксации. Возьмем такую фиксацию, потому что дальше может возникнуть вопрос, что цены на биткоин немножко отличаются на разных биржах, если вдруг какие-то варианты ответа будут близки. Итак, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно написать цену биткоина в комментариях и в анкете тоже обязательно. По состоянию на 1 августа, да, вот полдень по московскому времени, какая будет, кто точнее тот и получит приз. Сделать прогноз нужно не позже, чем 10 апреля. Сейчас у нас с вами 7 апреля. То есть до 10 апреля нужно в комментариях успеть написать и в анкете тоже. Наконец книга, которую мы будем разыгрывать, это книга, когда гений терпит поражение. Ну, вот это более короткое название, более длинное это взлет и падение компании Long Term Capital Management. Это видео я записываю на выезде Сейчас сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, вот из номера гостиницы. Вот здесь вот, если посмотреть, да, вот за шторкой находятся. Невский проспект, ну вот так вот если посмотреть, да, там за шторкой находится Невский проспект, очень uh, красивый, и поэтому книгу, которую я специально уже приобрел в магазине под этот розыгрыш, да, вот не могу вам показать с собой, не взял, вот, да, показываю вам ее на сайте Озон, здесь, может быть, кто книгу не выиграет, просто заинтересуется и приобретет ее, очень интересное чтение про что книга, почему именно она у нас разыгрывается. Это книга о том, как в 90-х годах был создан фонд, который назывался Long Term Capital Management. И этот аргумент вот очень... Советую посмотреть тем, кто верит в биткоин, что это такая беспрецедентная затея, идея, криптовалюта супернадежная, что вот какая-то гениальная идея должна как-то существенно изменить мир. Дело в том, что в 90-х годах по сюжету книги можете прочитать подробнее, лауреаты Нобелевской премии по экономике 90-х годов, которые открыли революционную формулу для опционов, создали фонд. И казалось бы, уж куда инвестировать, если не фонд, который был создан лауреатами, так скажем, новоиспеченными лауреатами Нобелевской премии по экономике. Да? Они создают фонд, этот фонд собирает очень много денег, показывает потрясающие результаты, но потом в какой-то момент выясняется, что определенные обстоятельства были не учтены в модели. И вот такая гениальная задумка привела к тому, что Титаник столкнулся с айсбергом, при этом по стечению обстоятельств дыра, которая была создана, ну вот, да, была эквивалент примерно триллиону долларов. Этот фонд экстренным способом спасали. Вот об этой истории повествует книга. Ну и чем она интересна? Как раз тем, что вот биткоин такая глобальная масштабная задумка. Да, вот здесь лауреаты Нобелевской премии тоже у них была своя задумка. Вроде как гениальная. И там расчеты, на которых это все основывалось, были тоже гениальными. Подход был тоже гениальным. Это сейчас компьютером особо никого не удивишь и большими расчетами, да, большими данными, big data, как говорится, да, они анализировали big data 90-х годов, там тысячи, десятки тысяч котировок данных чисел, прогоняли через свою систему, совершали сделки и зарабатывали большие деньги до определенного момента. Очень рекомендую эту книгу. Ну а пока что подведем резюме. Это был обзор биткоина. Брать его или нет на ваше усмотрение. Еще раз подчеркну, что у меня на данный момент нет биткоина в инвестиционном портфеле, но я задумываюсь над этим и почему сейчас сразу не беру а все-таки еще жду какое-то время я надеюсь вам из видео было понятно прогнозы 1 августа Прогнозы до 10 апреля нужно сделать, какая будет цена биткоина на полдень 1 августа на Coinbase по московскому времени, написать в комментариях и написать в анкете, на всякий случай. Напомню, что один прогноз на одного человека, ну и потом мы в начале августа подведем итоги и разыграем книги. Также обратите внимание на то, что мы опубликовали результаты прошлых розыгрышей и постепенно, когда приходит срок прогнозов, публикуем их. Ну вот по акциям Яндекса, например, у нас был конкурс, и там уже объявлено победителей и призы а, тоже были разосланы. На этом благодарю вас за внимание и желаю вам успешных инвестиций.